зале мы не против. Не спали всю ночь. Ждали приезда украинской делегации, но, к сожалению, у них очень сложная логистика. И вот только сейчас, время приезда переносилось несколько раз в течение ночи, но вот только сейчас мы получили информацию, что они прибудут где-то через час. Соответственно, мы в 12 сядем за стол переговоров. Я могу сказать, что поскольку каждый час продолжения конфликта – это погибшие украинские граждане и погибшие украинские солдаты, то мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы выйти на какие-то договоренности как можно быстрее. Ну, эти договоренности должны, безусловно, быть в интересах обеих сторон. Уважаемые друзья, президент Беларуси просил встретить вас, приветствовать и обеспечить максимально вашу работу. Как было договорено с президентами Зеленским и Путиным, вы можете чувствовать себя в полной безопасности, это наша святая обязанность. Президент Лукашенко искренне надеется, что сегодня, в ходе сегодняшних переговоров, удастся найти пути решения всех кризисных вопросов. И все белорусы молятся за это. Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены.